В этом году мы познакомимся с лучшими образцами французской прозы. А главное, научимся выражать свои мысли, рассказывать истории. 0-6-3. Да, паршиво в этом году. Это худший курс в моей жизни. Послушай, в субботу я объедался пиццей и смотрел телек, а в воскресенье не делал ничего. Я не просил написать поэму александрийским стихом, только рассказать о выходных. В субботу я пошел на занятия к Рафаэлю Артолю. Как только я переступил порог, мое внимание привлек один запах. Запах женщины среднего класса. И тебя не удивляет, что это написал 16-летний парень? Нет, меня не удивляет. У него дар. 17 баллов за насмешки над приятелем моей матери? Вернувшись в дом, дом самой обычной семьи, я снова помогаю Рафа. Ты скатился в пародию. Это тонкий ход. Ты становишься все ближе к персонажу. Все в настоящем времени. Для меня это способ остаться в их доме. Я не понимаю, чего ты хочешь. Я просто преподаю литературу. Ты должен задать себе один важный вопрос. Что будет дальше? Он подсматривал за ними. Они просто его герои. Жанна. Это становится все более достоверным. Все более опасно. Ты зашел за черту. Это вы толкнули меня на это. Забудь семью Рафа. Я хочу писать о них дальше. Все это плохо кончится. Очень плохо. Вы публично унизили моего сына. Но где Евлеп? Я просто читал его работы. Он тобой манипулирует. Ты хотел учить его литературе, но это он преподал тебе урок. Теперь остался только финал. Финал для месье Жермена. Финал для моего учителя.